Бывает и такое. Так, я с кем? Ну. А ты что, в пулеметы? Вам приказ понятен. Да. Я тогда побежал по пехотчу. Чётенько. Миш, где будем укрепляться с тобой? Так где? Надо попытаться укрепиться на звезде, конечно. Ну. Ищемить их на бензин, да, постоянно, ну, на да, вот да, этот. Да. Тогда вперед. Генерал Ромель вышел, зараза. Раш вышел. Раш тоже. Они вышел. Вместе играют. Может, Маза... напишем, что нас все-таки четверо, сори. We team. Better leave. Я написал, может, выйдут. Теперь мы можем перехватывать и декодировать немецкие радиопередачи. Супер саперы. У саперов есть приказ о захвате. Саперы вот так. Фольксгренадеры у вас вышли, слава. У нас с Мишей гренадеры. О, я люблю фольксгренадеров. Они супер саперы, их там из них отбивную делают. Да. Да. Саперы на дороге. Пулемет у нас, Миш. Угу. У нас новый отряд. И гренадеры. Это да. Вам саперы выдвигаются. Саперы заняли сектор. Да, товарищ. Короче, я попробую вот это здание сейчас за пулеметом сесть. Мы захватим это для советского народа. Угу. Может, лучше это уже? Да там, скорее всего, у них будет сидеть пулемет. Попробую, если можно и туда. Покажем этим ублюдкам, где раки зимуют. Так что держись там. Всех уложили. Это у меня сказали суперсаперы. О, а тут Кублеваген, блядь. Спецэффекты устраивают. Супер саперы. Минус пулемет. Выступаем. Расчет МГ-42 к бою готов. Иду, Миш, иду. Мы отходим. Супер саперы забирают пулемет немецкий. Убежал, сука. Иди, иди. Новобранцы, у нас новый отряд гренадеров. Да нет, тут у них вообще без шансов. Быстро. Да, товарищ. Ну конечно, мои супер... Супер саперы, блядь. Слышь, ты супер саперы, я прошу флаг. Супер саперы. Я видел, как твои супер саперы вздыхают. И как съебаются, да? Да, да, постоянно притом. Возвращаемся на базу, товарищ. Вам нужно что-то поставить. Это может остановить. Миш, ты минировать? Да минируй, чушь. Миш, вот здесь поставь мину, будет очень забавно сейчас, если ты там зарубанешь. Будь здоров. Кладите мешки. О. Построено согласно приказу. Мы идем. Часто сюрприз это лучшее оружие. Установить мины. Миш, на мине стоят у тебя, ребятуши. Лучше мув. Вам нужно что-то взорвать? Вот как укладывают мешки с песком, товарищи. Строитель меня ждет своих.
Товарищи, саперы готовы. О, блядь. Орудие прибыло. Пулемет на обстрел. У нас новый отряд гренадеров. Артемин готов. Вот заразы. Панцер гренадеры на готове. А, расстрелял пулемет просто саперов. Отступление. Подонки, что я могу сказать? Обходят, да, Миш? Смотри, сейчас сюда сядут. Так, я пойду их спалю. А, не вылезли. Ну все, смотри сейчас, как на мини направили. Мне плевать, кто еще это хочет, это наше! Не дадим гадам удержать эту... Бааак! Контакт! Все, ваша будет части советской земли! Новобранцы готовы! Вы не хотите здесь умереть? Я обнаглел чуть-чуть миномётчиком. Отжарим их! Так там же прикрывают. Да. Один убит! Я охотился на их миномёт. Так, товарищ, Миш, минируй, минируй. Мы меняем позиции! Пошел Т-3 строить. Вам нужно что-то построить. Пойдут Т-4 строить. Отступаем! Что там, Слава, суперсаперы? Отсосали суперсаперы. Я понял. Выполняю. Можете, да, без супер новобранца? Угу. Да, товарищ. Покажем. Давай, давай, автоматик заберем. Да. Они поделились с тобой автоматом? Да, да, положили просто, говорят, бери, Жек, не стесняйся, что тебе не нравится МГ-42, я сказал, я говорю, нравится, почему бы и нет. У нас новый бронеавтомобиль из ДК FZ-221 прибыл. Ага. Мина ждет его. Миш, ты там... Разведку кинули уже. Минометы куда-то вперед собрались идти. Это вас согреет. Да, поражение недопустимо. Да-да-да, вот это ты четенько их посадил. Сектор снабжения атакован. Да господи, хватит. Что не вышло? Затяни шнурки потуже, мы это сделали. Пойду по тылам пройду. Мы получили новых панцер-гренадеров. Недолго он ездил. Я, короче, тоже пойду, наверное. Опа. А что у вас? Наша земля попала в лапы к врагу. Жалко, конечно, что я не смотрел за пареньками. Это будет частью нашей родины. Машина прибыла. Так. Здание для обучения советских солдат готово. Саперы готовы к заданию. Ты три. За работу, парни. Ваш приказ, товарищ. Если нужно, мы это выполним. Подкрепление прибыли. Миш, забери вот этот, жалко будет, если потерять. Ну блин, я не знаю, давай попробую. Маловероятно. Ой-ой-ой-ой-ой. Точно. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто вот именно кусок мяса, как я вам рассказывал, что мы купили индишечью ногу. Вот такой вот сейчас остался от немца. Жаль. Затяни шнурки потуже. Жаль, парень. Прибыл бронеавтомобиль. Еще бронеавтомобиль один прибыл. Взять одно, удержать другое. Сделано. Отряд саперов прибыл. Ждем. Вражеские войска занимают сектор. Иди, Слава, у тебя
тебя собака опять отписалась. Да. На, без виска. Ой, улица. Там пума, блядь, ездит у нас. Приеду, я, а я 2Т70 сделал. Там... А, охуеть. А там, оказывается, пума есть. А у вас даже нема, да, движок не... сломать некий? Неким. Меня терпят терпуны. Т-70 прибыл. Т-70 прибыл. Все, я начинаю быстро делать. Надо пушечку одну еще построить. Огонь по нашим позициям! Хороший паренек кинул гранату в дом горящий, из дома вылез, то все. О, полегче, ребята, полегче. О, да вас тут разлаживают, господа, я смотрю на вашем фланге. БТО готово к бою. Ну а что ж, вы ни пушек, ни это, ничего не стройте. Я не знаю. Я не знаю, зачем он зенитку построил. Он даже пума. Джека, осторожно. Там пума, да, вы засыпали? Да, да. Ой, панку стройки. Пуму, пуму. Извращенец. Ну разочек можно побаловаться, вот почему бы нет, да? А захватывайте точки, вы свои. Кинули, блять, хуй пройдешь. Там он сейчас уже закончится. Четвертый Т-70. А че? А че? Давай, давай. Сейчас их вместе как соберу. Мишони тут летают у нас, ты не знаешь? Да вот что-то мажет пока. Давай, давай. Три, что они построили, снайпер. Миномет, блин. Идиот. Тут мой плюхи, два этих снайпера. Играл Т-70, соскучился чуть-чуть. Я пробью, пробью, поеду. Кого, кого? Кого, кого?
А что ты, ну, зенит? Базу разбью, подожди, куда едешь? Дай я разобить. А, тут нормальная база. Заезжаем в гости. О, ты нашел себе цель. Да, Слава? Да. Ух, нифига себе. Да-да, не говори мне. Ой, там это, тут зенитка, блядь. Тебе, блядь, я знаю, я хочу, чтобы ты ее уничтожил, а ты ее не уничтожил. А чем? Танком, чем? Я приеду, уничтожу. Приглашает. Ну а это паренек хороший. Это кубинец, он в Америке, по-моему, живет. Так, Миш, все, еду на наш фланг. Да тут пис уже идет. Да, мы играем. А что нам? А чё? Я не понял, он думал, что мы не играем? Мы играем. Твой друг, что он... Я не знаю. Ясно. Ребята, что, парень? Что, паренёчек? Что случилось? Что тебя? Что? What the fuck is going on, как говорит мой американский друг. Оооо, штука. Надо ломать пушки. Ёптво. Почему они не сдались? А я откуда знаю? Вопрос, конечно, интересный. А главное... Ты спрашиваешь человека, который знает. Да. Твою мать, у меня как огонь начал, так зависло. Твою мать. Вот такая вот игра, ребят, Т-70.